Большинство людей считают, что ведьм не бывает, что это выдумки. Но когда они заявляются в ваш дом и крадут ваших детей, появляемся мы. Меня зовут Гретель, а это мой брат Ганзель. Мы убиваем ведьм, а вы чем занимаетесь? Вы что-то уронили. Как лучше всего убить ведьму? Начнем с этого. Доброе утро, солнце. Но лучше всего отрубить ей голову. Это не мое. У нас в городе пропало 5 детей. Дети пропадают десятками. Ведьмы так открыто не работают. Без необходимости. Ведьма! Она убила их всех! Она оставила мне сообщение. Это было круто. Где дети? Есть место в чаще леса. Там много ведьм, они слишком сильны. Гретель, смотрю, вы получили мое приглашение. Сомневаюсь, что мы охотимся на ведьм. Думаю, это они охотятся на нас. Ганзель! У них моя сестра. Когда подам сигнал, выпускай ад. Стой, стой, а какой сигнал? О, это когда я снесу одну из этих стерв в башку. Некоторые люди считают, что не все ведьмы зло. Что-то новенькое. Их силу можно использовать во благо. А я считаю сжечь их всех. Смотри, как она злится. Я бы тоже злился, будь у меня такая рожа. А ну заткнись!